Всем привет! С вами снова Серджи Рева. Добро пожаловать на канал о жизни в Швейцарии. И сегодня мы гуляем по городу Люцерн. Очень красивый старый городок, который находится в немецко-говорящей части в Швейцарии. Небольшой, но очень туристический. Ну что, давайте начинать! Сориентироваться в городе Люцерн совершенно несложно. Вы выходите из центрального железнодорожного вокзала, и если вы хотите покататься на прогулочном катере, вот сразу есть причал. То есть вы можете сразу пересесть с поезда на маленький катер и прокатиться по озеру Люцерн. Также сразу же, прямо при выходе, видно основную достопримечательность города. Это старейший мост Капельбрюкке и Вассертурм. Это вот башня, которая торчит. Но мы с вами пройдемся сейчас не к основной достопримечательности, а свернем направо, потому что здесь есть такое очень новое, красивое здание музея искусств города Люцерн. Рядом фонтан. Мне так нравится этот катамаран. Новенький, красивенький. И на нем можно прокатиться по озеру. И с этой стороны видно старый город Люцерн. Основная церковь. Дальше чуть-чуть скульптура льва, к которой мы тоже подойдем. И остановился я вот в том отеле. Отель Националь. А вот так выглядит музей искусств города Люцерн. Очень красивый фонтан. Утка, привет, у меня нет еды, прости, я сам еще не завтракал, так что. А мы с вами возвращаемся к мосту, к самому знаменитому мосту, и идем мимо причала. Смотрите, здесь есть план, как вы можете проехать по озеру и когда выходят отсюда катера. Но это можно все еще посмотреть на сайте, я оставлю ссылку в описании. И здесь такое табло, чтобы никто не перепутал. Но мне очень нравится то, что они указывают, что есть на этом пароходике. То есть, если там бар или ресторан, или там ничего нет, например, это просто какой-то катер. То есть, вся информация есть онлайн и на таких табло. Здесь буквально пройти минут 5 от вокзала, и вы попадаете сразу на новый мост, с которого видно мост Капельбрюкке и Вассертурм. Мост, мне кажется, что этот мост — это основная достопримечательность города Люцерн. Многие его уже видели на каких-то картинках, на видео, потому что он везде появляется. И это, можно сказать, такая визитная карточка города. Мост построен еще в 1333 году, то есть 14 век, и до сих пор мост стоит, смотрите. Дополняет этот мост башня Вассертурм, раньше там была темница и оружейный арсенал, а сейчас даже непонятно, что там происходит. Как-то не нашел я информации. Смотрите, рыба просто стоит на плаву, никуда не двигается. Просто ждет чего-то. Мост, конечно же, прекраснейший. Но в 1993 году на мосту случился пожар. Я потом пройдусь внутри, покажу. Даже остались немного такие, знаете, следы пожара в самом мосту. И пишут, что многие жители, они когда видели горящий мост, они даже прослезились, потому что, ну, Люцерн, он просто ассоциируется с этим мостом. Мне кажется, любая открытка, любой магнитик, это, конечно же, будет вот этот мост. Сам город тоже очень старый, потому что история начинается с 8 века, 8-9 века, когда была основана первая церковь. Но вообще, по-моему, только в 12 веке уже был город Люцерн. Небольшой город, он до сих пор небольшой. Здесь живет всего, по-моему, до 80 тысяч человек. Но это отдельный швейцарский кантон. Один из самых первых кантонов, который присоединился к конфедерации. И история города, конечно, очень
какая обширная. Смотрите, как красиво. И нет людей. Почему нет людей? Потому что 8.20, сегодня 1 августа, суббота. Официальный праздник. Швейцария празднует свой день рождения. И я вышел чуть пораньше, потому что жарко, очень жарко. У нас лето просто такое, знаете, страшное. 35-36 градусов вчера вечером. В 11 вечера здесь было 30 градусов. Не совсем приятно. До карантина здесь очень многие приезжали делать свадьбу и свадебные фотографии. Ну, наверное, свадебные фотографии больше, чем свадьбы. Потому что мост всегда украшен цветами. Это прямо must-have. И многие сюда приезжают. Еще одна рыба, смотрите, какая большая. Что-то там ищет. Рыбы здесь просто капец. Такие цветочки здесь. И они идут вдоль всего моста. Капельбрюкке. Кстати, внутри моста есть выставка художника Генриха Вегмана. Где-то около 100 работ. И все эти картины можно увидеть вот так вот вверху под крышей моста. Написано «Не курить». Курение запрещено. Ну, я надеюсь, что никто, кто заходит сюда, на этот мост, не додумается здесь закурить и опять запалить его. Потому что, ну, это совсем уже, знаете, вандализм. А смотрите, с этой стороны как раз сохранили следы пожара. Видно, как мост горел. Там дальше картина, а здесь немного обгоревшая часть моста. До карантина здесь, конечно, было не пропихнуться. Здесь было очень много туристов. Люцерн – это вообще такое очень популярное место для товарищей из Китая. Здесь прямо целыми автобусами они приезжали, смотрели на мост. Ну и, конечно же, здесь все эти балкончики были облеплены туристами, то есть все фотографировались. И неважно, было 8 утра, 9 утра или разгар дня, люди здесь были постоянно. Набережная, конечно, очень красивая в старом городе. Смотрите, здесь маленькие кафешки, ресторанчики. Я вижу Starbucks. Ирландский паб. Красота. И отсюда, кстати, даже видно арку центрального железнодорожного вокзала. То есть все очень близко. Люцерн город небольшой, поэтому здесь все очень близко. А по старому городу вы уже сможете пройтись сами, прогуляться и посмотреть его, потому что он очень похож на все остальные части старого города в Швейцарии. Смотрите, здесь даже свадьба есть. Давайте испортим фотографии. Смотрите, здесь действительно красиво. Свадьба, мост, башня и чихающий жених. Но нам не до свадеб. Мы идем дальше смотреть на город. Вот эта вся часть, это все идет старый город. Вы можете прогуляться по улочкам, походить, посидеть в кафешках. Здесь очень красиво, конечно. А мы идем по набережной. Можно было пройтись, конечно, по мосту, но нам нужно было зайти еще на Капельбрюкке. Конечно, вид здесь потрясающий. Смотрите, несколько гряд гор. Озеро. Красотища. Кстати, если кто-то не смотрел мое прошлое видео про покатушки на водном велосипеде в Цюрихе, вот такие же, ну не такие же, а гораздо лучше стоят здесь, потому что в Цюрихе какие-то старенькие, на которых можно убить свои коленки, потому что я постоянно бился об верхнюю часть, а здесь все прилично. А мужчина в халате и с полотенцем. Мне кажется, он с какого-то отеля вышел искупаться. Я не знаю, здесь я не видел, чтобы кто-то купался. Здесь не купальная зона. Пляж находится с другой стороны озера. То есть, если обойти музей искусства, и вот туда вот чуть дальше, вдоль берега, там находится пляж. А еще и лебеди здесь устраивают свои процедуры. Привет, чистюля!
липнут эти ступеньки, уходят прямо в воду и лебедь. Но я не буду тебя трогать, извини, я снимаю просто. И как и везде, в Швейцарии, вы можете найти вот такой вот указатель, какие горы вы видите вот здесь. С указанием высоты. То есть здесь получается самая высокая точка. Это 2119 Пилатус. Очень знаменитое место. Сюда обычно все ездят и поднимаются на хайкинг, либо просто посмотреть на город, потому что там очень красиво. Там еще когда тучки проходят, то прям прекрасный вид. Пилатус, Оберберг. Это чуть дальше вот там вот находится. И что еще здесь высокое? Тюди. 3614 метров. Но этого Тюди, конечно, не совсем видно. Да, церковь святого Леодегарда. Эти шпили видно прямо с центрального вокзала. То есть вы сразу можете понять, где находится эта церковь. Я думаю, что мы можем туда зайти. Пишут, что еще в 735 году здесь существовал монастырь святого Маврикия. А уже в 1638 году открылась эта церковь. 17 век. Не знаю, можно ли зайти внутрь. Но мы попробуем. Вон, смотрите, даже на входе написано 1633 год. Боже, какие красивые двери. Здесь санитайзеры.
Вы можете продезинфицировать руки. И мы идем в церковь. Детская площадка, смотрите какая. Карантинные меры еще соблюдаются, потому что эти штучки поставили, чтобы люди соблюдали дистанцию между рядами. А сверху аркан. Я удивлен, что никого нет, но сегодня суббота, может быть, поэтому только одного человека видел, молящегося в церкви, больше никого. Ну а мы с вами идем дальше к Льву. Ух ты! Так вот он, святой Леодегард. Интересно. Без 7:09, видите? Я специально вышел пораньше, чтобы избежать вот эту ужасную жару, которая сегодня намечается. Сегодня обещают 32, вчера было 35, а завтра, по идее, должна быть гроза и похолодает. Но я уже надеюсь, потому что хорошо, здесь в отеле есть кондиционер, и можно спать как-то спокойно, а... Дома кондиционера у меня нет. Вечная тема, знаете, жара в Швейцарии. Мое видео постепенно смотрят, потому что всем интересно, что ж я такого там нарассказывал. Но действительно в Швейцарии очень жарко. И когда вы платите за квартиру в районе 3000 франков в месяц в новом доме, вы, конечно же, рассчитываете на то, что будет какая-то система кондиционирования, если уже есть специальная система вентиляции. Но не тут-то было.
Мне так нравятся вот такие клумбы, это прямо супер свист стайл, знаете. Стены церкви вот так выглядят. Мне кажется, тоже сохранилось все еще с тех времен. А мы идем смотреть на котика. Во время карантина очень многие издания писали, что Люцерн пострадал финансово, потому что здесь туристов может даже больше, чем в Цюрихе. И, конечно же, почти половина всех отелей, магазинчиков, они закрылись на определенное время. Конечно же, сейчас все открываются заново. Ой, непонятно, куда идти. А вот здесь есть Ориентирунгсплан. План, как вам сориентироваться. Смотрите, мы были здесь, на Банхофплац. Прошлись вот сюда, вот к музею искусства. Потом вышли на мост Капелбрюке. Прошлись по набережной. Зашли в церковь святого Лео де Гарта. Не могу выговорить его. А вот здесь, вот, если подняться чуть выше, находится Лювенпарк и Лювенплац, на котором мы сейчас находимся. И здесь статуя львенка. Идем смотреть. Смотрите, вот это вот Лювенпарк. Небольшой парк. Он совсем небольшой, скажем так. Потому что вот эта вся зона, это и есть парк. И вот он, этот лев. Здесь есть небольшой пруд, парк, туалет там чуть дальше и умирающий лев. Это памятник погибшим гвардейцам, которые участвовали во французской революции. Погибло очень много людей. Пишут, что из 1000 человек, по-моему, вернулись всего 300. Скульптором был Лукас Ахорн и закончили скульптуру 7 августа 1821 года. То есть в следующем году льву будет уже 200 лет. Ничего себе. Как всегда, есть фонтанчик с питьевой водой. А здесь какие-то сады. Но сады закрыты, поэтому мы туда не попадем. Какая-то еще одна смотровая площадка. Может быть, здесь лавочка когда-то была. Непонятно. Но смотрите, людей здесь в парке сейчас очень немного. 2 человека или 3. Я помню, когда мы сюда приезжали с сестрой, мы подошли к льву. Сначала никого не было, а потом приехал автобус с китайскими туристами, и мы быстренько оттуда убегали. Покажу вам цены. Для взрослых вход в парк стоит 12 франков. Для семьи, родители плюс дети до 16 лет, 27 франков. Ну и понятное дело, что сегодня ничего не работает, потому что сегодня официальный выходной. И вот так вот дальше от льва, если вы спуститесь вниз к озеру, вы сразу же попадете на набережную. То есть здесь можно спокойно ходить гулять. Без проблем, расстояния небольшие, сам город тоже небольшой. И, по-моему, прогулка здесь будет очень приятная, особенно если погода хорошая. То есть, если здесь 35, я бы не советовал особо ходить гулять. А если 20 градусов, было бы, по-моему, просто отлично пройтись и прогуляться по городу. Смотрите, как пусто. Утро выходного дня. Ну что, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилась прогулка по городу Люцерн. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Пока. Сразу видно, что товарищ Жу Вэй Вэй не понимает, что писать вот так вот на памятниках архитектуры некрасиво. Ну, что поделаешь.